Детский наукоград – это не просто лагерь в Солнечногорске. Это проект, который объединяет муниципальное образование Московской области для работы с одаренными детьми. Одинцовский район уже 10 лет принимает участие в проекте. В этом году в первую смену попали 50 наших детей, которые проявили себя в разных областях науки и спорта. А всего этим летом в Наукограде отдохнет более 200 школьников Одинцовского района. Это детки из разных семей, разным материальным достатком, более 40 ребят – это дети трудной жизненной ситуации. Среди них есть и опекаемые ребята, ребята из многодетных семей. Многие из них были награждены школами за хорошую учебу, за показатели в искусстве, в спорте, за результативность. В лагере детей ждут трехместные номера со всеми удобствами, бассейн, спортивные актовые залы, а также творческие мастерские. Но больше всего детский наукоград славится своей особой атмосферой. Уникальная методика обучения не предполагает привычных уроков и учителей. Вместо этого ребята будут путешествовать во времени. Момент такой, что сегодня они выныривают в петровские времена, а завтра они выныривают в письменности. После этого они оказываются в лаборатории, где Гагарин собирается в полет. И тема и мысль одна, которая завершается большим праздником, что победы бывают очень разные в спорте, в науке, в защите земли русской. Главное, что победа – это всегда что-то, что ты делаешь сверх своих сил и возможностей для других людей. Для ребят подготовлено 25 специальных образовательных программ. Каждый ребенок может самостоятельно подобрать себе подходящую в зависимости от личных интересов. И не обязательно выбирать научное направление. Можно выбрать спорт, баскетбол или, например, футбол. Но все мы, конечно, понимаем, что не только наука и спорт входят в детские планы. Буду играть, веселиться. Я еду первый раз. И мне кажется, что там будет весело, и у меня будет много друзей. Вот пока с Настей познакомилась. Будем там играть, веселиться. Гулять. Совсем скоро наша съемочная группа навестит наших детей в Наукограде, и вы сами сможете увидеть, чем же занимаются там юные одинцовцы. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».